Такой очередной Жора Бжорыч в лесу. Под кефирчик будет злаковый батончик от компании Nestle с белым шоколадом, который всего навсего на 99 килокалорий. Ну и соответственно кефир, тут его 200 миллилитров, в 100 граммах продукта 57 килокалорий. Кефир уже у нас часа два полежал. Вот. Такие воздушные шарики. Под кефир полноценный ужин в конце рабочего дня. Хорошая вещь. Nestle к зубам не липнет. В отличие от российских злаковых батончиков. Здесь воздушный рис такой шоколадный, такое ощущение, что либо в карамели, либо на меду. Совсем немного белого шоколада. Очень питательный, сытный Жора Бжорыч. На природе. Конец рабочего дня, пора идти домой. И заниматься уроками с ребенком. Поэтому всем пока. Ставьте лайки. Добавляйтесь в друзья. Подписывайтесь на канал. Пока!